На улице большущий дождь. А куда мы идем? День рождения кому? Кому? Хлеба. Кому? У хлеба. У хлеба? Привет! Кто здесь? На улице большущий дождь. Ноябрь. Плаксивый ноябрь Калифорнии. Good morning! Привет! Какой с бантиком! Вау, какой джентльмен! Лева назвал сегодня. Мы идем на день рождения к хлебу. Круто, как тепло у вас. Заходим, пока тепло не ушло. Поем песню. Happy birthday to you. Woo! Громче. Happy birthday to you. Woo-hoo! Happy birthday, dear Gleb. Happy birthday to you. Woo! Поздравляем! Большая. Короче, Сергей и Наташа нам решили показать тур по своей квартире. Вы как давно здесь заселились? Две недели. Две недели? И менеджер русская девушка, да? Да. Как Екатерина. Зовут? Екатерина. Екатерина. И она хорошо принимает наших людей, даже без наличия истории кредитной. Да. И всего такого. То есть первым мигрантом. Это какой? Это такой серенький цвет? Или мне кажется? Ну, такой видишь. Ну да, он сереватый такой. То есть это такой даблтон, это сейчас очень модный. А дворик этот частный? Ну да, это, вау. К, нам. Это к нам, да. И даже калитка есть назад. А сзади что там такое? А там просто дорожка такая, и никто не ходит. Это ваш, да? Угу. Дворик, классно. А чьи игрушки? Твои или? Сегодня подарок такой. Вау, вот это круто. Покажешь ли его, как играться? Конечно. То есть это детская комната, как она я понял, сама, да? Она едет, она на батарейках. А здесь? О, даже выход во дворик. Романтика. Можно кушать здесь тоже. Ну да. Ну да, надо. И это вторая комната. Более больше, чем та, да? А здесь проход. Вот это меня удивило. Я отставал от жизни и не знал, что бывает такие все в одном. И Сергей говорит, это и сушка, и стирка. Это же вообще разумно. Samsung, а, LG. Классно. И вот этот паркетик, ламинат очень хорошо выглядит. Да. Очень аккуратно, mm-hmm. Очень классно выделяется на дереве белый цвет. Да, очень. Мне тоже пол очень мне нравится. Пол такой модный, да. Сразу так. Пол классный. Классно. То есть и этот аренда, этот апартмент стоит сколько? 1135. Это включает что-то или не? Что это вам включает в себя? Что? Что в эту сумму входит? Вода включается. А, электричество вы доплачиваете? Да, электричество и газ мы доплачиваем. А, окей, 1135. Ну, это качество, сразу чувствуется, что качество. Все, новое, смотри. И холодильник новенький. Хороший. Классно, классно. Посуда. А тут цвет тоже включается, да? О, все, супер. Ну, а русские есть люди в апартменте? Еще? Да, две. Несколько семей, да? Семьи. И у вас-то прям видно море. Так, 72 юнита вроде бы есть. Да, и мы находимся на перекрестке Winding и... Какой большой? Манзанита. Сзади вас русская плаза, русский ресторан Firebird, где мы кушали Наполеон. Магазин Рос. Короче, тут очень много всего событий. И что самое классное, принимают людей из всех. Поэтому я об этом апартменте еще не делал никогда ни ревью, и вот у меня пригласили на движение, не меня, но я пользуюсь моментом, потому что я пытаюсь все апартменты в городе заснять. Да. Так что спасибо. Все. Кому интересно, я под этим видео вставляю телефон менеджера. Или ват. Ну, да, не знаю, я бы заселила. Да. Все, очень круто, так очень классно. Одна бедрумная недавно. Одна бедрумная. Сколько стоит одна бедрумная? Сколько стоит? 900. 950. Одна однушка 950, да, а это 1135. Все. Happy birthday, продолжаем и потом вернемся в видео. Итак, смотрим, как ракеты летают. На зарядку, пожалуйста. Заряжаем две машинки. Сюда ставим. Стоп, опусти, пусти кнопку, пусти кнопку. Не, опусти, пожалуйста. Мы не будем. Пусти. Не, видишь, она не зарядилась, ничего не зарядилось. Когда она станет зеленая, тогда. И вот это тоже. Все, ждем. Когда они станут яркие, считай до пяти. Раз, два, три, четыре. Поехали! Поехали! У-ху! Застряли.
birthday, dear Glenn. Happy birthday to you. Молодец! Четыре годика! Поздравляю!